Сегодня 20 ноября, на улице плюс 20, и мы снова собрались в дорогу. Не важно, сколько тебе лет, важно лишь то, сколько дорог ты прошел. Наш поход. Видео. Привет! Красивый осенний лес. Ноябрь нас так радует погодой, очень радует. Спускаемся в какой-то темный лаз или темное ущелье. Так, народ вылезает из зарослей. Болгарские красоты. Ой, какие молодые сосенки, прелесть. Какая красотища. Наш маршрут пока неизвестен. Вот, смотрим на гору совершенно с другой стороны. Ой, мы забрались на вершину горы, даже море. Подъем был сложный. Очень круто, без всяких тропинок, все время в гору через какие-то заросли продирались. На вершине горы обмываем мое ПМЖ. Спасибо. Я теперь асэм-булгарка. Вот это и есть наша асэм-булгарка. Смотрите, здесь не тропиночка. Дайте тропиночку. Идем по каким-то козьим тропам. Непроходимый лес. То шли вверх, теперь идем очень круто вниз. Земля и листва влажная, ноги катятся. Что-то так круто мы еще не спускались. Девочки сползают, кто на коленях, кто на пятой точке. Очень крутой спуск, очень сильно крутой спуск. Вместе весело шагать по просторам. Куда идти-то? По просторам. По просторам. Идем. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одно с тобой, там поймешь, кто такой. Спускаемся на пятой точке, иначе в такое глубокое ущелье никак не спустишься. О, такого еще у нас не было. Спустились в ущелье на пятой точке. Смотрите, какой мох. Ой, какой мох в ущелье красивый. Но нас сегодня занесло, конечно, на край света. Здесь осторожно с этой дистанции, чтобы показать. Класс. Вперед! О, по каким дебрям мы тут лазим. Вон там дуб. Наша бригада верных туристов, первопроходцев, экстремальщики. Сегодня сплошной экстрим. Клуб приключений. Все приключения на свой за. Вот это преграда на нашем пути. Серега, давай преодолевай. А мы следом. Такие преграды преодолеваем. Аж ноги дрожат от усталости. Как впечатляет болгарская природа и горы Свети-Власа. Очередное препятствие на нашей дороге. Серега, иди вперед. Ты разобрать это решил? Да давайте пролезем как-нибудь, Серег. Верхом? А низом нагнуться не получится? Тут на животе тут. Сквозь какие дебри мы продираемся? Вниз пойдет. Она не поломается? Нет, нет. На дороге сплошные препятствия. Мы уже на подходе к нашему месту. Фу, ребята, мы дома, мы на месте, мы пришли на нашу базу, на оборудованные нами скамеечки. О, будет заслуженный обед. У такого экстремального похода такая вся вкусная еда. Неимоверно вкусная, правда? Очень, очень. Покушали, теперь нас Сергей ведет на какое-то секретное место. Что-то нам покажет. Ну, какую в горах постройку нашли. Неизвестно, что здесь было. Чего только в горах мы не нашли. Здорово. Все равно интересно, что здесь было. Все, после 5-часового экстремального сегодня похода мы уставшие и довольные возвращаемся домой. Вот и наш прекрасный Свети-Власик.